настоящему времени Институт востоковедения Академии наук Республики Узбекистан широко признан в мировом востоковедении введением в научный оборот неизученных и малоизученных первоисточников, хранившихся в его фондах. По своей научной ценности собрание восточных рукописей Института – одно из самых богатых и уникальных в мире. Из наиболее известных средневековых географических произведений имеются анонимные персидские переводы «Массаликва Мамалик» – «Пути и страны», Абу Исхака Аль-Истахри, жившего в X веке. Персидская редакция труда на арабском языке автора содержит сведения о странах, городах и расстояниях между ними, горах, реках и населении. Переписчик неизвестен. Переписано, предположительно, в XVI-XVII веках почерком Насх.